Новая памятная доска украшает фасад дома на проспекте Машерова, 42. Уже сама по себе территория является исторической ценностью. Место размещения мемориальной плиты выбрано не случайно. Именно здесь, 35 лет, в период с 1959 по 1994 год, жил Иван Яковлевич Фетисов, советский белорусский художник, член Союза художников СССР и основатель Брестской областной организации общественного объединения «Белорусский союз художников», заслуженный работник культуры Беларуси. Право открыть мемориальную доску предоставилось председателю Брестского городского совета депутатов Николаю Красовскому и члену Белорусского союза художников, дочери Ивана Фетисова Анастасии Фетисовой. Этот кусочек города – это мое детство. Я и рисовала, как я выскакиваю из этого окошка и лечу под зонтиком. Это именно отсюда как бы началась моя жизнь. Здесь все мое детство прошло, и мое, и брата. Здесь мы с сыном жили, с семьей долгое время. Здесь была замечательная квартира. Счастливое детство у меня здесь было, о папе очень много хороших воспоминаний осталось. Так что я очень счастлива, просто что эта доска здесь в нужном месте. Именно в этот год это просто так все сложилось хорошо. И как раз 100 лет будет вот сейчас папе. И, ну, наверное, так и нужно было, чтобы именно в этот год. Потому что я долго ждала, но как-то замечательно сложилось все. На мероприятии присутствовали представители вертикали власти, творческая интеллигенция, ветераны войны и труда, молодежь, жители и гости города. Иван Яковлевич внес очень большой вклад в развитие культурного наследия как художник, как организатор, как заслуженный человек, как человек, который стоял у истоков и был первым руководителем Брестского отделения Союза художников. Иван Яковлевич Фетисов – фронтовик. После войны связал свою жизнь с Брестом, участвовал в создании областной организации Белорусского союза художников, преподавал в ИЗО-студии при Доме народного творчества, продолжая работать в разных жанрах. На его картинах можно увидеть солдат Великой Отечественной войны, героев труда и простых людей. Иван Яковлевич был художником от народа. Он рисовал портреты простых людей. Он часто бывал в командировках по нашей стране и рисовал людей, которые хорошо трудились, рисовал человека труда, рисовал человека дела. И за это ему огромное спасибо. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.